Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В четверг в Самарской области будет пасмурная дождливая погода. Температура воздуха в дневное время плюс 2, плюс 5 градусов. Ночью плюс 1, плюс 3. Ветер западных направлений, скорость 3-5 метров в секунду с усилением до 8. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 5, ночью плюс 3 градуса. Ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 4, ночью плюс 3 градуса. Западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. Днем 3 градуса тепла, ночью плюс 2. Ветер западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.